Ё, мать собачья. Так вот. Всё, правда, остановил. Я в туалете. Ну что ж я? Видя там то, что я провёл время в... на планшете и первый, когда ну, подписчик становится, мне это тоже было на планшете. И подождите. Я беру за телефоном. Сейчас буду читать ваш комментарий. Бая! И первый вопрос он спрашивает. У тебя нет подписчиков? Почему есть? Целых 1 миллион. 1, 2, 3, 4. Что мне подсказывает? Ты знаешь Брайан Мапса? Я сейчас на него подписал канал, что снимает видео круто. Я лайки ставлю на них, когда он снимает видео. И видео довольно такие крутые, но пока что нет, не знаю. Но видел его лицо. Я видел его лицо. Да. Что? Хватит физику. Следующий вопрос. Ты себя знаешь? Конечно же, да. Как же бы нет. Почему я себя не знаю? Знаю. Это весь город знает меня. Точно. Какой же я все-таки дебил. Растяпушка, растяпушка. Следующий вопрос. Ты. Тебе сколько лет? Вы действительно хотите это узнать? 7. Ой, ай, не прикрою. Следующий вопрос. А, да, не 7 лет. 7 лет, ну вот, ну. Ой, вот. Вот. 7. Да, и небольшая просьба. Ты знаешь Ивана Роскова? Тоже на него подписался, тоже лайки ставлю на него, тоже видео смотрю. И ставлю лайки. Так, пора заканчивать видео. Следующий вопросик. Где есть девушка? 7 лет? Нет, конечно. Когда подрасту, то и буду. Будет. 20 лет. 20 лет, то есть. Ну что же, если вам понравилось, вот и видео. Что же, если вам понравилось,
подпишись на канал и поставь, пожалуйста, лайк. Пиши свои комментарии, чтобы я снял еще раз ответ на вопрос. С вами Нил, всем пока.